Как отдохнуть с пользой для здоровья в Подмосковье? Ответ прост. Пока зима балует погодой, вставай на коньки. В городском округе Люберцы в этом году работает 6 катков. Один из них залит на стадионе Балятина. Первые шаги на коньках даются нелегко. Тут и падать приходится, и бабушку на помощь звать. Но лиха беда начала. 6-летняя Ева Голикова тоже встала на коньки впервые. Ну, получается. Сначала попадала, а потом получается. Первый раз пошли на каток. Очень красиво, очень здорово. Теплая раздевалка, каток чистый, красивый. Очень праздничное настроение. Всем спасибо, все здорово. Получить заряд бодрости пришел на каток Балятина и глава округа Владимир Ружицкий. Он на коньках чувствует себя уверенно. Не раз отстаивал честь Люберец в хоккейных матчах. Здесь вот стадион, мы его тоже окультурили вот последние годы. И здесь, я думаю, тоже хороший лед, он хорошо содержится. Вот мы покатались на коньках, он реально хорошо держит и коньки, и катание. Здесь можно, кто любит фигурное катание, им заниматься, кто любит хоккей, можно хоккей поиграть. Ну, все сделано для того, чтобы можно было отдыхать. Каток площадью 1500 метров в поселке Октябрьский открылся в декабре 2020 года и стал любимым местом зимнего отдыха жителей Октябрьского. Поздравляем с Новым годом! Луиза Игиазарян, Ирина Иванова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.